Вот утки, они тут были, но как только мы подошли, они свалили. Так, вот сейчас оба подберусь поближе, чтобы они где-то там есть. Ну да, даже в такую темноту, и, в общем, люди с детьми тут ходят. Уточки вон там плавают. Вон там вот эти все плавают, плавают. Тут красивенько. Во. И вот рядом с водой мне нравится. Водичка. Интересно, тут купаться можно? Я не знала, что тут есть пруд. Утки. Вы их не видите? Я их слышу. Классно. Интересно, тут купаться можно? Тут? Наверное. Да маловероятно. Скорее всего, воду эту никак не чистят. Ну так а что ты можешь на этом пруду почистить? Скорее всего, она даже не проточная, а как бы это. Ну такая искусственная, да? Ну вот проточности, скорее всего, тут точно нет. То есть на зиму его едва ли спускают, он промерзает на зиму. Да. Утки тут прямо плавают, такие лапочки. Всяких параметров соответствовать. Вот. А тут, понятно, неведомо, какая инфекция водится. Во-первых, утки. Это классно. Утки – это хороший признак, значит, что-то в воде вкусное есть. Не, не вкусное, там, однако, могут быть какие-то микроорганизмы там. Так, ладно. Сушечные палочки. Да ладно. Сальмонеллы там. Смотри, как они классные. Кряк. Какие классные. Телефон что-нибудь видит? Он слышит, думаю. Ну, он видит, видишь, огонечки, видишь? И отражение красиво в тебе. О, распрятались. Я просто ночных уток еще не снимала. Так, чисто ради прогулки, думаю, надо куда-то выйти. Ну тут прямо хорошая энергетика, мне нравится. Да.